Первая репетиция на главной площадке конкурса «Евровидение 2019» пройдет сегодня у Зены. В 16:30 юная певица выйдет на сцену «Экспо Тель-Авив». В Израиль белорусская артистка взяла внушительную творческую команду: хореограф, режиссер, постановщик, танцоры и бэк-вокалисты. Как зазвучат и затанцуют, узнаем совсем скоро. Сегодня мы впервые увидим детали конкурсного номера. Напомню, идея с национального отбора претерпела изменения. Вот какие, узнаем из выпусков следующих новостей и дневников «Евровидения».